Где бы вы ни были, мы рады вам на футболе. Привет! На комментаторской позиции сегодня привычный вам дуэт Георгий Черданцев и Константин Гевич. Ну что же, сегодня мы будем смотреть в прямой трансляции Лигу чемпионов, а именно матч группового этапа. Захватывающая игра нас ждет, и это здорово! Чем ближе конец группового этапа, тем выше ставки. Сегодня для команд очень важная игра, и на поле компромиссов не будет. Уже прошло то время, когда ошибки можно было допустить и исправить. Сейчас любая осечка может стоить очень дорого. Хозяева поля сегодня в таком составе. Остро атакующий стиль игры исповедует команда, поэтому ожидать от футболистов затяжного владения мячом не стоит. Посмотрим, насколько компактно в обороне будет действовать соперник. Этим парням только дай свободное пространство, они не преминут им воспользоваться. Каждый матч Лиги чемпионов начинается с гимна, точнее, с его укороченной версии, которая исполняется непосредственно перед началом матча. Его сложно назвать уникальным произведением с точки зрения текста, так как на протяжении минуты на трех языках, английском, французском и немецком, поется о том, что в большом спортивном событии сойдутся великие чемпионы и лучшие команды, но зато от музыки мурашки пробегают всякий раз, когда ее слышишь. Посмотрим, как будут играть гости. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Ну что, поехали! Матч групповой стадии Лиги чемпионов стартовал. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Виктор Цыганков. Томаш Кенджора. Без мяча они остаются. Сергей Сидорчук. Виталий Буяльский. Отличный момент есть. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Ну вот так он почти в одиночку разобрался с обороной соперника. Индивидуальное мастерство, помноженное на техническое исполнение. Браво! Один-ноль. Сейчас будет веселее. Опасно это может быть. В игре вратарь. На угловой мяч уходит. В центр штрафной пошел мяч. Ох, какой мяч мог сейчас залететь в ворота, но мимо этот удар пришелся. Классная атака получилась, если бы точность не подвела в завершении. Он не попал в створ. Виктор Цыганков. Владимир Шепелев. Потери и мяч у соперника. Как отлично он мяч перехватил. И вперед он идет. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Молодец защитник. Выносит мяч. Бенямин Вербич. Владислав Супряга.
Виталий Буяльский. Вербич. Все четко вратарь делает. Удар получился не самым опасным, но и голкипер не теряет концентрацию. Уверенно и надежно он играет, что и требовалось доказать. А как так-то получилось? Даже близко не в створ. Хороший момент был для гола, но совсем не так все у него пошло. Хороший отрезок сейчас проводит команда. Хороший момент может получиться после навеса. Браво, вратарь! Виталий Буяльский. Виктор Цыганков. Виталий Миколенко. Вербич. Шикарный момент! Гол! Классная атака и хороший гол. Именно то, что им нужно в этом матче. Напомню, для выхода им хватит и ничейного результата. Но с таким счетом, конечно, выходить будет гораздо комфортнее. Повтор забитого мяча, и на нем еще раз отлично видно, что у вратаря не было ни единого шанса в этом эпизоде. С очень близкого расстояния бил игрок и сделал это без промаха. Счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Виталий Буяльский. Сергей Сидорчук. Виталий Миколенко. Потеря. Все, в оборону. После такого подката сложно рассчитывать, что не будет наказания. Очень спокойно забирает мяч вратарь. Бенямин Вербич. Владимир Шепелев. Владислав Супряга. Мяч к сопернику переходит. Борьба за мяч. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. Мяч у соперника. И ближе к воротам игра переходит. Есть удар. Прекрасный гол. Один против всех. Сколько их было? Спроси его, он и не ответит. Да и не надо ему, он ведь гол забил. Еще раз нам повторяют гол. Только посмотрите на его силу и настойчивость. Не сдался он под напором защиты и отправил мяч в ворота. Невероятно начали они матч, конечно. По сути, второй тайм превращается в пустую формальность. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Виталий Буяльский. Да куда ж ты бьешь так, эй? Сложно сказать, но точно не в створ метил. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Мяч у них на чужой половине. Есть вариант развития атаки. Потери и у соперников. Бенямин Вербич. Владимир Шепелев. Если соперник чуть прибавит в прессинге, это может плохо закончиться. И вот он гол. Радостный.
работает прессинг. Они заставили соперника ошибиться, им это удалось. Отлично сработано. Повторяют нам гол. Конечно, отлично сыграл полевой игрок. И этот мяч полностью его заслуга. Но все-таки к вратарю есть вопросы. Удар был в ближний угол, и он вполне мог его потащить. Ну, теперь матч можно с полным правом назвать в одну калитку. Судья решил много не добавлять. Минута до конца там. В порядке у него все с техникой. Пас пяткой отдает. И теряют они мяч. Закончился первый тайм. И, по-моему, все предельно ясно. 4-0. Продолжается матч групповой стадии Лиги Чемпионов. Впереди второй тайм. Владимир Шепелев. Бенямин Вербич. Виталий Буяльский. Денис Попов. Томаш Кенджора. Сергей Сидорчук. Владимир Шепелев. Отлично они мяч держат. Все как надо вратарь делает. Уверен, он с этим ударом справляется. Ну, особой опасности этот удар не таил, но выключить голкипер из игры было бы опасно. После рикошета мяч уходит в аут. Можно подать. Виталий Буяльский. Сергей Сидорчук. Вербич. Просто и надежно сыграл вратарь. Отбил мяч куда подальше. Да и дело с концом. Арбитр назначает угловой. В центр штрафной пошел мяч. Есть удар. Отличный момент, но оборона здорово тоже действует. И есть на фланге место. Можно попробовать подать сейчас. Защитник блокирует этот навес. Сергей Сидорчук. Очень хорошо он умеет в пас играть. Владислав Супряга. Бенямин Вербич. И дальше что-то может получить. Гол! 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 Нет гола. Положение вне игры. Пошли последние полчаса игры. Переходят они в атаку. Ходит мяч у них. На вынос играет защитник. Хорошо в прессинге играет соперник. Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня хорош. Как здорово он игру читает. А на трибунах-то полнейшая тишина. Да, приуныли болельщики, праздновать-то особо нечего. Уходит он на замену. Хороший матч провел. Тренер, видимо, решил дать ему отдохнуть. Владимир Шепелев. Как красиво он катился по снегу. И в итоге докатился, исполнив подкат.
Георгий Цитаишвили. Соперник теперь с мячом. Уходит мяч к сопернику. Очень хороший пас получился. Штангу мяч угодил. Играй! И это просто шедевр. Гол не засчитан. Вне игры. Очень хорошая возможность забить была у них несколько минут назад, но подвела точность. Они упустили голевой момент. Замена готовится в домашней команде. Решил тренер освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Надо забивать! Потащил один удар, но может быть и второй. Недавнее спасение вратаря точно должно войти в обзор недели. Полностью голкипер это заслужил своей игрой в этом моменте. Очень хорошо друг друга партнеры чувствуют. Ого! Ловит мяч голкипер. Слушай, ну да, играет сегодня этот парень, конечно, не очень. Но вот прям так, чтобы удивляться. Классно он сегодня играл, но почему-то тренер его меняет. Мяч летит в центр штрафной. Не просто всегда играть головой, и сейчас не получилось у него попасть в створ. Думаю, хотел бы он сам этот момент переиграть, но удар у него совсем не получился. Хороший пас. Что дальше? Теряют они мяч. Ушел мяч. Аут. Томаш Кенджора. Георгий Цитаишвили. По всей видимости, замена готовится у команды хозяев. Вливает свежих сил в игру наставник команды. Есть в штрафной выгодной позиции игрок. Защитники справились и отодвинули игру от своих ворот. Хорошая была атака. Мяч перехвачен. Плохо сын. Играет в пас команда. Вот это момент! И какое спасение вратаря сейчас. Блестяще играет голкипер. Сложнейший удар потащил. И в центр штрафной подача. Ох, не попадает он в створ ворот. Хорошая получилась сейчас атака, но подвело завершение. Совсем у него удар не получился, и мяч пошел сильно мимо ворот. Ну что, 5 минут осталось. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. И в счете в игре перевес большой. Ждем финальный свисток, чтобы это зафиксировать. Тут все очевидно, будет штрафной. Ходит мяч у них. Высоко они играют сейчас, и мяч перехватили. Спасает свою команду от гола этот игрок. И вполне заслуженная желтая карточка. Да, и заметь, арбитр особо даже не раздумывал и очень хорошо разобрался в этом эпизоде. Очень хорошо он игру читает, мастерски. Назарий Русин. Смотрим за атакой, стремительно она развивается. Мне показалось, что игрок в офсайде был. Ну, мало ли что, мне кажется. И
И ставит точку арбитры в этой игре. Гости провели сегодня очень хороший матч и увозят 3 очка. Отличная награда для болельщиков, приехавших их поддержать. Очень здорово они провели матч сегодня. Все позиции проявили себя как следует. В такой игре соперник ничего противопоставить не смог. И поэтому 3 очка и крупная победа – абсолютно закономерный результат. Он сегодня провел выдающийся матч. Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог и команде одержать сегодня важную победу, а он сам пополнил свой голевой запас.